Всем привет и доброго времени суток! Сегодня мы продолжаем проходить сюжетку World of Warcraft Dragonflight Драконьи острова. Надеюсь, вы уже смогли устроиться поудобнее, налить чаечек и взять вкусняшки. Ну а если нет, то у вас еще есть буквально минуточка, чтобы успеть добежать до холодильничка и обратно. Ну а пока что давайте проверим настройку звука. Насколько хорошо слышно меня и насколько четко слышно игру. Сразу приветствую чатик. Здравствуй, самурай, давно не виделись. Приятно тебя здесь видеть. Так что давайте настраивать звук, прежде чем мы начнем. Вот мы вернулись на Драконьи острова, продолжать мы будем ровно с того же места, где и остановились на прошлом стриме, прямо здесь. Поэтому, кто не знает, Dragonflight был моим новогодним подарком, и поэтому в течение ближайших 2 месяцев будут постоянные стримы по прохождению данного дополнения. Последняя проверка по звуку, прежде чем мы отправимся в полет, наверное. Хорошо ли слышно этот мир? Мы должны спасти яйца. Удивный драконий мир. Хорошо ли слышно меня? Помощь в настройке очень важна с самого начала. Так что, пожалуйста, чатик. Как все слышно? Как все воспринимается? Этот выводок — наше будущее. Так, я так думаю, что со звуком все отлично. Ну что ж, давайте начнем. Так, мы добежали до сюда с Сентракс и посмотрели, как какая-то магмовая протодракониха что-то хочет делать с ворованными яйцами. Так, алые когти и зубы. Командир Летанак предупреждал нас. Ему доложили о том, что Решагет, пожирательница бур, освободилась из своей темницы. Похоже, ее слуги уже спешат угодить госпоже. Они угрожают всему, что нам дорого. Действуют быстро. Еще прошлый патруль докладывал, что в этих руинах не было никаких признаков жизни. Этот отряд воинов стихий надо остановить. За хранительницу жизни и за всех драконов. Так, хорошо. Сделаем. Будущее драконьих родов. Священный долг каждого взрослого дракона – защищать драконьи яйца, пусть даже ценой собственной жизни. Ради этого мы тренируемся, ради этого мы живем. Айлорна, я больше не могу прятаться и наблюдать со стороны, как воины стихий крадут яйца и наполняют их этой дрянью. Это ставит под угрозу будущее всех драконов. До нас превосходит числом, но ты ведь поможешь мне? Будешь сражаться ради спасения драконов? Конечно. Я обожаю драконов. Мы не можем скрываться в тени. По
бы одно драконье яйцо в опасности. Конечно, мы поэтому будем всех все спасать. Что это? Карта игровой зоны? А почему она тут? А почему она так? Я куда-то нажала, видимо. Так, какой-то фолиал. О происхождении видов драконов. Библиотека Лекстраза. Страница книги сильно обгорели. Похоже, воины стихий сжигают хранящиеся здесь древние фолианты, уничтожая знания о семействах драконов. Они словно пытаются стереть своих недругов со страниц истории. Надо спасти хоть что-нибудь. О, как интересно. Ну, давай будем изучать, что тут вообще есть. Так. Лягушки опять магмовые какие-то. Упрямый рогоплав. Нам нужно искать яйца. Ага, они вроде лежат где-то в кучке, где-то в стороночке. Ну, кусками будем, видимо, здесь по тропинке все это проходить. С раскаленных... Кто это? Раскаленный воин? С раскаленных воинов стихии нам... А, нам нужно просто их уничтожить. Они тут разных рас еще. Так, очень приятно играть за драконидов. Мне безумно нравится. А, ну я еще не постигла все аспекты данного управления. Вечно забываю я удержание нажимать. А, тихо. А где? Где мой цветок? А! Первая смерть за... Ой, я на драконе. За сколько? За 2 часа игры? Нет, за 3. Я не снимала, как проходила начальную локацию. Кстати, а дракон, который меня переносит, он синий, которого я и хочу, по сути. Вот она, первая смерть. По неопытности. Так, где-то здесь мое тело валяется. Ну давай, вот где? Вот здесь. Все нормально. Мы не можем скрываться в тени. Так, альт зажимаем, и живой жар будет нашей хилкой. Все, мы похилились. Какая бы, как бы к тебе бы туда пробраться и не обидеть. Так. Так, не надо по мне тут быть. Уже противники более сильные, такое чувство. Так, потратим немножко маны, чтобы подхилиться. Сколько? 9 яиц надо. А тут еще и так. То есть не так, что дракончики из яиц будут уже здоровы. Несправедливо. Мне так жаль. История повторяется, ведь когда-то какие-то яйца драконов тоже подвергали изменениям, и из них появлялись, кажется, сумеречные драконы из черных. Все это уже было где-то. Может быть, веками раньше. Или позже. А, нет, сейчас как бы настоящее время в этом, в этой локации. Так. Вот, кыш. Тихо. Так, быстро хил. Тихо. Как это мне нету цели? То ли мне подчиниться надо, то ли тут уже мобы посильнее стали. Непонятно. Дракон красивый.
Трактир. Этот вывод — наше будущее. Так, кто это? А, желтым-то яйца указаны. Так, смогу перелететь, нет? А, фолиант? А, это есть... Стихийным проводникам. Это... Что? Эти сферы из меня еще и жизнь тянуть будут замечательно. Так, ну... Я вообще кого-нибудь из дракончиков смогу спасти или как? Это уже шестые дракончики, которые осквернены стихиями. Я не вижу цели. Все вновь будет так, как раньше, а как раньше. Раскаленные волны стихии, это... Все напоминает Рагнароса. Отдален. Нужно, а может быть, и не поближе. Совсем. Так, огнем тебя. И льдом. Ага, вот еще одна книжка. А, 4 страницы. Ну, найдем быстренько все эти 4 страницы. Так, ну этих-то мы спасем? Нет, тоже нет. Я не знаю, что ты сказала на вашем драконьем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это было больно. Нет. Мы тебя всплеском вечности атакуем. Отхилимся. Где еще страница? Жабка в лаве. Так, это что, магический источник? Это не та способность. Тут какой-то Дрене несчастный не дожил свои дни. Так, ну где-то еще одна... Сколько? Еще 2 страницы. Наверное, одна из них здесь, в библиотеке. Или нет? Не вижу. Нет тут никакой страницы. А где? Ой-о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 й
Кого убить? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Конспирация — это не моё. Совсем не моё. Ладно. Полетели обратно. Благо, хоть в мире духов летать на драконе можно. А что-то было у меня же с талантами. Восстанавливается сущность. Нейтрализует токсины.
А еще один заряд. Изумрудный цветок мгновенно восполняет здоровье. Да, пожалуйста. Вы не можете принять, пока вы мертвы. Надо запомнить, что вот этот цветок прокачать надо. Тык-тык-тык-тык-тык. Ага. Пока мы в бессознании. Мы не можем скрываться в тени, пока хотя бы одно драконье яйцо в опасности. Ага. Ну, это понятно. Вопрос, где... Вот, один есть. Гордость и протодраконы. Это как гордость и предупреждение? Предупреждение? Не подходи к стихийным проводникам. Я уже поняла. Они желтым на карте отмечаются, я только что увидел. Да заберу тебя стихию. Нет, спасибо, я еще пожить хочу. Кто там? Нет, 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 это моя книжка. Где книжка? Это моя книжка. Спасибо. Какой мощный, какого уровня ты человек? Или не человек, кто-то 61-го. Еще кто-то. А что у вас тут так много? Или тут что-то эдакое надо было делать? Нет, воины стихии обычные. Пойдем-ка дальше. Кого надо было? А, ее! А, все, ты ушел? Уф, ладно. Давай с тобой как с тобой. Успела? Какая ты? А почему ты такая сильная? Стой! Ты меня одним ударом убила? А как ты? А как? Не люблю огненные локации. Третий раз подряд убивают. Кошмар. Мне так не нравится. Я хочу быстрее оттуда выйти. Изменения даже не сохранила. О, новое письмо от почтальона. Но я мертва. Я не могу его открыть. Ну, сейчас возродимся, надо будет открыть этот почтовый ящичек. А он открывается теперь здесь? Или нужно идти к почтовому ящику непосредственно? Мы не можем скрываться. Да, надо идти к почтовому ящику. Все, все, сохранить. Мы сохранились. Так. А это огненная мадам, ее кто-то уже... Вон ты бродишь, ходишь. Мне бы не помешала чья-нибудь помощь. Видимо, нет. Ладно, давай попробуем еще раз. Больно? Нет, нет. Тихо, 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 тихо.
Так, давай. Уйди от меня, уйди. И, ну. Yes! Ура! Вот теперь у меня появилось желание жить. Что с тебя падает? Припасы, знак признания, 50 репутации. Денежка, обновленный. Открывает новый вариант из персонализации для обновленного протодракона у постамента трансформации. А как это? А что? А для нового протодракона? Чего? Мы должны спасти. Так, библиотека Лекстразы сделана. Вот мои. Алые когти и зубы сделаны. Подвеску дали. Где подвеску? Одеваем. Сендракс явно потрясена тем, что ей пришлось сделать. Бедные дракончики. Смерть была для них единственным спасением. Вот мое. Последняя надежда. Целое поколение дракончиков погибло в один миг. Сендракс выпрямляет спину и высоко поднимает голову. Мы не проверили еще одно место. Огромный алтарь, куда протодракон унес яйца. Прорвемся через их безжалостную оборону вместе, Алорны, и спасем, что сможем. Спасите последнее драконье яйцо, наполненное магией. Спасение, ну давай. Детеныши, за мной. Мы атакуем место ритуала вместе. А где это вообще? Где конкретно этот ритуал-то проходил? Там что ли? Если что, я могу. Я готова? Старайся держаться за мной. Пламя проводников я беру на себя, а ты спаси яйцо. Сохраните яйцо жизни! Так а я же вот, я стою, все. Давай! За будущее. Ты что? Рано же! И куда мне его? Отнесите яйцо в безопасное место. О! Вот так вот! Неожиданно! Это же даже не какая-то серьезная схватка. Вы что? Нельзя так убирать персонажа! Тем более, что она-то всего лишь кадет, по-моему, какой-то. Она еще была молода. Может быть, она еще потом появится? Нет? Яйцо красного дракона. Вот. Может быть, сейчас мне дадут из этого яйца дракончика? Кто знает. Сейчас будем все узнавать. Клянусь аспектами. Драконье яйцо? Я немедленно позову мажордома. О как. Что-то случилось, Аскра? Неужели противник? Клянусь хранительнице жизни. Это яйцо? А поясните, неужели? А что неужели-то? Мы бережем яйца ради будущего всех драконьих родов. Войны стихии сулят нам не просто боль и мучения. Они стремятся уничтожить драконов раз и навсегда. Надо немедленно сообщить королеве. Отправляйся к рубиновому святилищу жизни с мажордомом Селистры. Да благословит тебя королева. Прошу, возьми меня с собой к королеве. Я буду ждать. Хорошо, но только в этот раз. Да, пора, я не против. Красота. Держись крепче, если получится. Ты так быстро полетишь? Ты вроде бы... Родители сообщили мне, что караван с яйцами исчез. Но кто мог вообразить, что случится скоро? Красиво. Наш род перенес немало испытаний. Мы только начали залечивать раны... А теперь это. Текст дергается как-то. Задача красных драконов — сохранять жизнь. О, сколько драконов здесь летает. Понятно, около башни. Мы должны остановить воинов стихий и протодраконов. Очень красиво. Очень красиво. Приветствую в рубиновом святилище. Здравствуйте. Я рада, что мажордому удалось доставить тебя в безопасность. Но почему вы так спешили?
Ну, как бы тут ваше сиятельство... Да, ваша старая моделька мне нравилась, наверное, гораздо больше, хотя вроде не черт нормально. Отдать спасенное яйцо королеве. Этот мир... Мультик. Код защиты. Что случилось с этим яйцом? Эта энергия, она... Дело плохо. Если яйцо можно спасти, то именно здесь, в священных водах омутов жизни. Раньше в этом прекрасном месте было множество юных драконов. А рубиновый камень клятвы, символ нашего призвания, озарял небеса ярким светом. Теперь он бездействует, как и другие камни. Думаю, их свет угас, когда мы лишились силы аспектов. Покинув острова, мы столько оставили позади. Но теперь мы снова дома. Каждое семейство вернется к своему призванию и восстановит камень клятвы. Их объединенная мощь вернет нам утраченные силы. Обожаю смотреть сюжетки. Это, пожалуй, одна из основных причин, почему я обожаю World of Warcraft. Ужасно, но наш род пережил не одну трагедию за столько лет. Мы справимся. Открывает новые уровни известности у Союза... Вальдракина. Давай. Ясного неба. Вам доступна фракция. Воды. Целая фракция? Что? Береги. Стоп, не туда. Вернись. Метр. Союз Вальдракина. Реликвии титанов. Драконья кулинария. Припасы от островов. Осада драконьей погибели. Садовые инструменты. Воздушные испытания. Припасы. Манускрипты наблюдения за драконами. О, как интересно. Сохраняй надежду. Так, обязанности красных драконов. Самое главное для нас — сострадание и забота. Помогая другим семействам, мы поддерживаем не только их, но и всех драконов мира. Здравствуйте. Так. Поговори с драконоидами в рубиновом святилище жизни. Возможно, они помогут тебе нас понять. Жизнь. Кое-что ты наверняка уже успела понять. Территория драконьих островов огромна. Некоторым драконам хочется исследовать все уголки и потайные местечки, даже если до них не добраться землей. Взглянув на мир их глазами, ты поймешь суть нашего долга. Для путешествий по островам нужна вторая пара глаз, поэтому эти драконы будут рады взять всадника. Поговори с лордом Андестразом в рубиновом святилище жизни, он объяснит подробнее, чего они хотят. Полеты на драконе. Позволяет летать на драконах, комбинируя способности, чтобы набирать скорость и парить в небе. Yes! Вы мне больше ничего не скажете, королева? Нет? Ну ладно. Так, тут еще какое-то задание. Я обычно сразу все набираю. Ой, вот этот драконоид весь в детенышах. Прикольно. Это урок какой-то? Посвящение? Тут даже в очках дракон есть, надо же. Ремесло, что ли? Мы вернулись. Посланница жизни Цадрак. Рубиновая церемония. Ага. Айлорд, надеется... Немного... Найдется немного времени. Мы вот-вот начнем церемонию призвания, и нам нужна кое-какая помощь. Для драконоидов это нечто особенное. Одни становятся искусными садоводами, другие посвящают себя дикой природе, а эти юные драконоиды закончили обучение и готовы принять свое первое призвание. Я знаю, они будут в восторге, если в этом поучаствуешь ты. Когда будешь готова, вручи им предметы с этого стола. До новых встреч! Буду готова. Надежные грабли садовника. Кому? Так, садовник.
Ага. Клянусь своими граблями, все цветы будут прекрасны и все фрукты вкусны. Лассо. Жизнь взывает к тебе, да Закрас. Смотрительница длиннорогов, я принимаю это призвание. Моим пернатым друзьям будет не о чем беспокоиться, когда я стану их укротительницей. Ой, то есть смотрительницей. Жизнь взывает к тебе, Ластак. Итак, воспитатель, я принимаю это призвание, но при чем здесь Лейка? Маленькие дракончики, как рубрики ростки, нуждаются в заботливой руке, которая вырастет их и поможет расцвести. Со временем ты научишься. Жизнь взывает к тебе, Кэшки. Я принимаю это призвание. Возьму этот кувшин со светлячками и буду заботиться обо всех лягушках, больших и маленьких. Нет, тут, наверное, другой был смысл. Они скользкие, но такие милые и любят светлячков. Ладно. Странно. Призвание поможет поменяться, но первое, которое мы получаем, оно особенное. Еще раз спасибо за участие в церемонии. Еще задание. Ладно. Верос, начальник ясли. Теперь понятно, что он весь в малышах. Я так рад, что Ластак принял призвание воспитателя. Именно сейчас, когда у малюток режутся зубки, да и в целом в яслях бывает непросто, дракончики взволнованы, и воспитатели тоже, еще сильнее, чем обычно. Когда у тебя найдется время, загляни к нам в сады. Там внизу нам пригодилась бы твоя помощь. Хорошо? Уж возиться с дракошками маленькими я люблю. Я годы ухаживала за этим садом, чтобы однажды принять мое призвание. И вот этот день настал. Я люблю заботиться о цветах, деревьях и растениях. Тоже люблю даже жучков, которые в них живут. Работая в саду, я чувствую рядом дух природы, дух великого дракона. Осталось только одно. Я собираюсь пробудить дух великого дракона, как в старых легендах. Спустись в сад, я буду ждать у омота, где покоятся ее кости. Там я расскажу обо всем подробнее. Да благословят твой путь аспекты. Длиннороги, их мощные клювы дробят кости, быстрые ноги уносят от опасности, а крепкий желудок переваривает все, что растет и бегает на островах. Такое призвание проще всего. Теперь я смогу все время проводить с любимыми птичками, а в случае чего я сумею укротить любого зверя на драконьих островах. Не сходишь со мной на плато длиннорогов к северу? Помощник в этом деле не помешает. Драконьи рода защитят тебя. Это те длиннороги... Кто такой длиннорог? Кто такой длиннорог? Ну-ка. Нет такого маунта? Есть длинноног. А это длиннорог? А у меня кто? У меня Ворквин. Но не длиннорог. Интересно, о ком имелась в виду речь? Кто там? Рубиновый дракончик. Малыш. А куда мне вообще идти-то? Угу. Поговорите с Ксием. О чем? Об обязанности красных драконов. Это ближе всего, так что пойду выполнять именно это. Починиться только бы где-нибудь. А где-нибудь это на мамонте убежала. Так, поговорим. Чем ты здесь занимаешься? Чтобы полностью набраться сил, каждому яйцу необходим тщательный уход. Этим мы и занимаемся. А, все, дальше надо топать. Ладно. Мне так нравится мой персонаж. Я обожаю фиолетовый цвет. И это фиолетовый дракир. Драктир. Почему я не могу запомнить название расы? Фиолетовый драктир с голубыми глазами. И таким нежным сиреневым пузиком. Мне прям так нравится. И очень мало брони. Надо будет потом вот это вот все снять с себя, потому что у меня отображение на самом деле намного меньше. О, синий! Нет, я, наверное, за синего дракона выберу магию. Почему здесь так мало яиц? Почёт синих драконов понес большие потери. Мы должны помочь им вернуть силы.
Я за синих. Мне теперь жалко. Починка. Кузнец, больше меня в два раза. Почини, пожалуйста, и возьми весь мой хлам, он мне не нужен. Спасибо. Да на здоровье. Так, тут что? Тут что? Что тут? Так, пожалуй, вот это все я тоже продам. Так. Это тоже я все продам, это мне все не надо. Все. Лучше ты не найдешь на всех островах. Не найду. Ты кто? Лиси... Лилистраза? Нет, счастливый утенок. Нет, нет. Что? На тебе игрушка утенка? Будешь быть такая милаха. Такая милота, я буду долго умиляться с этих дракончиков. Счастливый утенок поранился, когда мы летали. Он так хорошо держался, но я врезался в дерево. Врезалась. Лилистраза с горечью указывает на потрепанную игрушечную утку у себя на голове. У него набивка высыпается, и все перья помялись, и глаза не хватает. О, нет! Помоги вылечить счастливого утенка. Ладно, добудь 5 мягких рубиновых перьев, 3 обрезка ткани и 1 стеклянную бусину в рубиновом святилище жизни для починки счастливого утенка. Не плачь, счастливый утенок, Айлорн нам поможет. Дракошки, почему вы такие милые? Я не могу вам отказать. Это слишком мило. Так, что это? Стеклянная бусина. Ничего себе! Да она дорогая, наверное. Вот как, что ж, это всего лишь маленькая бусина для хорошего дела, мне ее не жалко. Забирай, малышка. Счастливому утенку нужен новый глаз. Ну, пожалуйста, это очень важно. Да сейчас мы все соберем, не переживай. Я расплачусь, если тебе не помогу. Так. Вот что я должна взять? У тебя нет лишних обрезков ткани? Я могу отдать клочок ткани, если тебя не смущают пятна от лака для рогов. Ишь, какие мы модные, оказывается. Горячо приветствую, герой. Мне нужно 3 обрезка ткани. Увы, ничего нет. Сейчас найдем для твоего утеночка все детали и починим его. Смотрите, это маленькие драконоиды. Стойте! Ой, стоп! Куда? Не успеваешь смотреть за всеми милыми созданиями. Мне нужна цель. Так, у меня что-то произошло. Так. Управление по умолчанию. Этот раздел. У меня что-то случилось и... У меня что-то произошло. Параметры. Назначение клавиш по умолчанию этот раздел. А почему? Что случилось-то? Какие-то неполадочки. Срочный перезаход. Я не знаю, что у меня произошло, но у меня эска начала отключать звуковые эффекты, и колесико мыши не отдаляло вообще. Это как вообще? Это что такое? У меня такого никогда не было. А что произошло-то? Во, все починилось, наконец-то. Алекс, у тебя нет лишних обрезков? Лишних нет. Конечно, вот держи обрывок знамени. Я забрал его у могучего врага. У нас будет крутой счастливый утенок.
О, здравствуйте, мы у вас есть? Жизни. Ничего горячо нету. Приветствую, герой. Держи, малыш, это кусочек моего старого плаща, который много лет меня согревал. А где? Где дракошка с счастливым утёночком? Куда мне идти-то? Что осталось собрать? Мягкое рубиновое... А, вот все появилось. Мне перышки остались. Так, ну мы пока с тобой просто попрыгаем. Главное не рухнуть вниз. Бежать наверх? Наверное, будет долго. Долгим событием. Зарестрас. Тионистрас. Взглянув на мир их глазами, ты поймешь суть нашего долга. Это вы мне как напоминание об этом говорите, да? Так я помню. Ой, как дракон на закате летает. Или рассвете. Вода красивая. Все красиво так. Что это? Мягкое рубиновое перо. А с кого оно? С драконов? Так, а вот еще одно валяется. Не заметила. И вон еще одно валяется. Их несколько в одном и том же месте. 5 штучек надо. Такое чувство, что у них просто очень сильный большой респаун. Да, счастливый тёнок, мы тебя починим. Надо найти того, кто умеет шить. Протяжное дело. Здравствуй, путник. Здравствуй. Не друг друга. Оседлай ветер. Следи за небом. Конечно, конечно, малышка. С этими материалами мы точно починим твоего утёнка. Спасибо, что сообщила мне об этой серьезной проблеме. Скоро все будет готово. Вместе мы крутогорье. Залатать дырку, пришить перья и еще глаз. Готово, как новенькое. Счастливый утенок. Стой. Спасибо огромное. Более того, этих материалов хватит на то, чтобы шить еще одну утку. Маленького братика, счастливому утенку. Давай назовем его везучим утенком, а он сможет путешествовать прямо как Айлорна. Чего? Счастливый утенок мой, везучий утенок твой. Что? Ой, я как-то умудрилась разъединить рюкзак. А можно мне это вернуть как-то обратно? Объединить сумки, я уже привыкла к этому. Игрушка. Использование. Добавить игрушку в коллекцию. Везучего утенка. Вы же не хотите расстраивать Лилистразу. Что это? Выгулить везучего утенка в... Так. У меня на голове сидит везучий утенок. Ой, ты, боже мой. Это... Я не могу. Это слишком мило. Так. Да, отойди. Так, как это? О-о-о. Так, должен был получиться замечательный скриншотик. Классно! Это так мило. Такие маленькие заданица. Ты кто? Матушка Элио. С чёрным. Ты с хорошими вестями. Здравствуйте. Почему ты остаешься здесь, когда заботиться не о ком? Нельзя такие вопросы задавать матушкам. Во имя надежды. Да, очень жалко. А из черных драконов у нас реально остался только этот сынуля Смертокрыла? Я уже не помню. Поговорите с Закраной. Закраной, да. Полетели, побежали, поскакали, я не знаю. Как и сколько тут маунтов? Я весь Shadowlands-то почти профукала, а тут столько еще новых маунтов. Как вы заботитесь об этих яйцах? Вода
питающая все в рубиновом святилище жизни, поступает сюда из родника под Тирхолдом. Она помогает нам растить потомство. Я дожил до их возвращения. Надеюсь, теперь ты понимаешь, как важен наш труд. Что очень. Значит, дракончики не хотят летать? Летать для них естественно. Амелла, главное смотреть, хранительница яиц. О, осторожно, малыш. О, тебе что-то нужно? Драконы явно не возвращались давно не возвращались на острова. Сказать по правде, за несколько поколений многие наши навыки забылись. Этих дракончиков довольно просто обучить, а вот заставить слушаться куда сложнее. Постой-ка. Даже мажордом Селистра не доверяет тебе самые ответственные задачи. Сможешь помочь одному из наших малышей? Направляйте дракончика и уничтожите 12 беспокойных ростков и 6 незваных мелких острожалов и одного безжалостный шквал. Заботься о ближних. Я постараюсь. Так, что мне... что мне дадут в награду? Открывает новый вариант персонализации для обновленного протодракона у постамента трансформации. Что это такое? Я еще не знаю, что это такое, а мне уже вовсю дают? Может быть, надо к сюжеточке уже пойти? Хотя это тоже сюжетная часть. Давайте суету в саду сделаем. Вот только куда мне топать? Мне вниз? А тут ступенечек-то точно нигде нету? Или мне полетами как-то надо все это делать? Вот как... Во-во-во, тут какая-то дорожка. Спуск. Это спуск. Это спуск в никуда. Прошу, Алистра, ты ведь любишь летать. Какая вредненькая малышка. Классно, но страшно. Так, ну полетели. Ага. Ага, вот как это работает. Фу. А что третье? Зов жизни призывает насекомых. А это если я всех пожру? Или что это? Я что-то сделала, но не понимаю, что. Ой, еще дракончики. А что не так-то? Так, этих мы поджарили всех. Кого еще? Ой, извините. Не, я на вас не хотела использовать данную способность. А, вот. Последний? Нет. Не последний. Вот последний. Куда-да-да? Кто внизу? Урла Страс. И внизу... О! Зени Страс. Тут куча драконов сидит. Взрослые драконы крутые. Классная башня. Я даже не знаю, это нет, это не башня, это святилище. А, ну да, рубиновое святилище. Как же назвать то, когда название перед носом? Так, что еще не все? Шквал? А где шквал-то? А, вот он! Я только что увидела, как один дракончик также много нажимал на огонь.
Тебе удалось неплохо обучить это дитя. Святилище растет и процветает вместе с детенышами. Вместе с детенышами. Что это такое? Ой, лапочка. Что это? А, все. Что? Транспорт? Где? Где транспорт? Не знаю я, где транспорт никакой. Так, тренировочные крылья. Ой, долго бегать по этим кольцам, по этим тропинкам. Седлаем своего верного... Вот, синенький красивый. Верного Ворквина. Ворквин. Да, и направляемся сдавать задание. Надеюсь, скоро я смогу получить собственного дракона. Тут же уже совсем чуть-чуть осталось-то. Что тебе нужно? Приятно видеть, как наши малыши парят в небе, с восторгом ощущая вкус свободы. И все это благодаря тебе. Соперник не всегда прав. Мне что-то дают? А что дают, я не знаю. Ну, я думаю, скоро узнаю, так как все задания я уже выполнила. Да, и нужно двигаться дальше. Будем двигаться дальше. Пока что здесь хотя бы некая пауза в истории. Все хорошо, все плавненько. Я вот... Ай-яй-яй-яй. Тихо. Я хотела сказать, я не знаю, как спуститься. Но я не это имела в виду. Я думала, там реально как-то спуститься можно. А, видимо, нужно было просто спрыгнуть. Какой скелет. Красиво. В легенде говорится, что когда она умирала, то пела песнь столь прекрасную, что вокруг расцвели цветы, а она всегда и всегда будет расти у нее на костях. Если красный дракон даже докажет, что готов служить жизни, дух ее восстанет вновь и споет эту песнь. Думаешь, это легенда? Правда? Думаешь, когда-нибудь я услышу песнь? Вы хотите призвать дух мертвого дракона, чтобы послушать песнь? Нет, у драконов явно иногда бывают какие-то заглюки. Легенда гласит, что она может спеть лишь для того, кто доказал, что преданно служит жизни. Я уже годы старательно ухаживаю за садом. Думаю, и я, и мои растения наконец готовы. Соберем все, что нужно у омута. Можешь помочь мне с урожаем? Возьми стручки с семенами с низких кустов, драконьи цветы с солнечных полей и драконовые фрукты с верхних ветвей деревьев. Их можно подцепить моими старыми граблями. И берегись листвы, иногда она проявляет вздорный характер. Во имя народа дракона. Ладно. Я попробую. А куда идти? А, вот цветочки. Такие красивые. А тут, да, красивый, спать иди. Ай, не додержала. Я способность. Ну ладно. Кто это надо мной там летает? А, обычные драконы. Пожалуйста, не вылазь, сиди в земле. Хочется выпустить на тебя весь свой пар. Ведь с огнем можно? О, заодно подхилюсь еще окончательно. Я надеялась, что раз через раз будет, а тут постоянно вылезает назойливый цветок и не дает мне спокойно жить. Так. Вот эти можно подцепить. Надо подождать еще. Ах, вот как это работает.
Так, теперь сюда. Шмяк. С этой стороны, кажется, еще один висел. Да, вот он. Шмак. А, там есть дорога, то есть был спуск вниз. Прыгать-то не обязательно. Ты же, меня бьешь, ты же меня кусаешь. Транспорт? Вот надо посмотреть, подойти, что это за транспорт такой. Мол, кто-то из драконов меня на себе вниз повезет. Зажигаем. Дожигаем, зажигаем. Дожигаем, зажигаем. Так, идем дальше. Вот эти... Это что? Тугой стручок? Это больше на шишки похоже? Где-то раки драконов еще постоянно. Я пока не могу это использовать. А ты используй. Все. Что тут? Рубиновый павлин. О, какой ты красивый. Я даже не сказала, что ты павлин. Ты какой-то это хищный. Очень. Лестница со спуском. Кто тут? Травничество. Нет, я пока еще не решила, кем ты будешь. Хольткастрас. Хочу. Вот надо. Я хочу просто посмотреть и понять, куда оно летит, чтобы потом вернуться в обратку. Модельки красивые. Во-во-во-во. Тут точно, тут же целая эта платформа с полетами. Где? Вот, вот ты где. Мы стоим на страже островов. Ага, посольство крылатого приюта здесь уже открыто. Замечательно. До новых встреч. Ты кто? Чем могу помочь? Курьер. Будь осторожен. Даже здесь курьеры. Искательница приключений, ты случайно не в святилище жизни направляешься? Отнесешь это счет Томасу Брайту. Он заказывал несколько особых бутылок. И наш стеклодув наконец подсчитал стоимость материала. Иди по этой дороге, и скоро ты его встретишь. Наверняка он нашел какого-то бедолагу и рассказывает ему про всю свою семейную жизнь. Уверена, он платит тебе за услугу. Улучшает отношения. Чистого неба и легких дорог. Очень много разных плюшек по улучшению репутации. Это хорошо. Так. Веристрас, это дракон сидит. Старый дворф никак не реагирует на ваше приближение. Нахмурившись, он смотрит вдаль. Отсюда открывается прекрасный вид, и вам кажется, что стоит ненадолго остановиться или полюбоваться этой панорамой. Присядь ненадолго и полюбуйся видами. Красиво. А ненадолго это сколько? Я не спорю, пейзажи очень красивые. И я бы могла посмотреть сама бы на них вечно. Может быть, попозже я это и сделаю. Надо просто сидеть и смотреть. Ладно. А если я поговорю с ним сидя? Во! Полюбоваться пейзажем. Он что-нибудь скажет? Бросает на вас взгляд.
Бормочет себе под нос. Тебе этот вид наверняка кажется прекрасным, но мне он напоминает о том, как долго нас не было дома. Я почти ничего здесь не узнаю. Я вырос в этом месте. Тогда оно называлось Юноземьем. Когда-то давным-давно я заботился о святилище жизни, но мы покинули эти земли, чтобы защищать смертных. Грустные истории. Опять. Это все или будет еще какая-то часть твоего рассказа? И музыка такая еще прям грустненькая. Каково было покидать Драконьи острова? Я все узнаю. Сейчас я взираю на эти незнакомые земли, потому что многие годы мечтал вернуться домой. Здесь был мой дом. Тогда я не знал, что мы покидаем его на столько веков. Шло время, я уже потерял надежду вернуться. Каково это вернуться назад? Ты наверняка помнишь место, где прошло твое детство. Помнишь запах родительской стряпни, игры с соседскими ребятишками? Я сейчас плакать буду. А теперь представь, что больше не помнишь дорогу домой. Тебе уже не вернуться, не пройти по знакомым с детства тропам. Должно быть, я кажусь тебе чересчур сентиментальным, но попробуй пожить 10 тысяч лет вдали от дома, а затем вернуться в полностью изменившийся край, вот тогда и поговорим. Хотя в нашей жизни достаточно войн, так что, возможно, ты все-таки что-то понимаешь в этом. 10 тысяч лет — очень долгое время. 10 тысяч лет. Мне даже не верится, что нас не было так долго. А уж мне-то как не верится. Ты даже не представляешь, какое скверное то было время, какой страх нас сковал. Великий раскол, предательство черных драконов, драконьи войны. Спросите о драконьих войнах. Драконьи войны. Возможно, ты называешь их по-другому, но я в них участвовал и считаю это название правильным. Битва между черными драконами и другими семействами. Казалось бы, нам было не о чем беспокоиться. 4 семейства против одного. Пускай с душой демона. Первым ударом Нелтарион сразил почти всех синих драконов. 3 семейства против одного. Шансы все равно в нашу пользу. Но сама ситуация была ужасна. Ты это к чему? Нелтарион для тебя лишь коварный смертокрыл, а его дети — стая злобных и обезумевших монстров, но мы знали этих драконов до их падения. Это была не угроза извне, не великое зло на вроде Легиона, это были наши друзья и любимые. Это ужасно. Это был настоящий кошмар. Мы не понимали, что происходит. Думали, что еще можно что-то сделать, пробудить их от этого забвения. Это были мои друзья, и они убивали моих братьев и сестер. Ты дружил с черными драконами? У меня было немало друзей из этого рода. Некоторые были близки, как родные братья. Ха-ха! Помню, как в юности мы любили подшучивать над старшими. Как-то раз мы подобрались к спящей Алекстразе, намазали ее хвост медом и... Эх, теперь это уже не важно. Моя лучшая подруга тоже была черным драконом. В те времена дружба не ограничивалась родом. Это сейчас каждое семейство держится особняком. Расскажи еще о своей подруге.
Я помню ее лицо, помню, как лучи света отражали от ее прекрасной чешуи, а имя вспомнить не могу. Но не смешно ли? Грустненько. И я помню, с каким ужасом вернулся домой и увидел ее. Она стояла над телами моих родных, ставших для нее второй семьей. Я помню разрывающееся сердце отчаяния, с которым вонзил когти в ее горло. Помню злобу в ее угасающих глазах, а ее имя вспомнить не могу. Я всегда задавался вопросом, вдруг все было, было бы по-другому, будь я более хорошим другом, почему она не пришла ко мне, почувствовав приближение порчи? Раз Абиссия начистился, то, может, и я мог бы что-то предпринять, но она не пришла ко мне за помощью, должно быть, не решилась мне довериться. Близзард, что за душещипательная история? Будь я настоящим другом, я бы сказал ей, ах, могучие титаны, почему я не сказал ей, что у меня на сердце? Может, тогда бы я отвратил беду? Я любил ее, а теперь не помню, как ее зовут. Спасибо, что внимательно слушаешь, дитя. Это, я правда это очень ценю. 50 репутаций. Воспоминания. Спасибо, что внимательно слушаешь, дитя. У меня есть к тебе просьба. Нет-нет, больше никаких историй. Когда мы покидали это место, я оставил что-то вроде капсулы времени. Может быть, ты сможешь ее принести? Она находится в самом низу рубиновых омутов жизни на одной из колонн. Капсулу я спрятал, поэтому, чтобы ее увидеть, нужно активировать печать. Еще какой-то обновленный манускрипт протодракона. Ух, это душещипательная история с интересным продолжением в виде капсулы времени. Так, теперь, что из этого сюжет, что и не сюжет? Так, цветы. Надо уже завершить эту заданьку с цветами. Где вот здесь вот оно? И потом уже пойдем с остальными разговаривать, искать капсулу времени и все остальное. Ты кто? Послушная лиса Виверна? Лиса Виверна? Стой! Вот на дерево я упала, а на скалу я промахнулась, значит. Так, мы с Кешки все подготовили. Окажешь нам честь? Острова, да, давайте. Приветствуют тебя. О, дух дракона, хватит ли этих семян, чтобы заслужить твою песнь? О, дух дракона, я подношу этот фрукт в знак своей преданности. О, дух дракона, может, мои цветы заставят тебя запеть? Ну, по крайней мере, животным понравилась моя работа. Может, это просто сказка? Аспекты оберегают тебя. Но как же, может, я не так уж и хорошо забочусь о живых созданиях? Быть такого не может такое. Ты ухаживаешь за растениями лучше всех. Я никогда не теряла надежды. Посиделки в лощине. Во имя народа драконов. Впервые вижу, чтобы Акора так расстроилась. Она никогда не хандрит и не чахнет, прямо как ее цветы. Но эту свою легенду она воспринимает очень серьезно и безумолку о ней твердит. Я почти ничего не знаю про ее цветы, а лягушки никого, кроме меня, не развеселят. Но к северу отсюда есть тихая и укромная лощина рогоплавов, куда я прихожу поразмышлять. Может быть, там мы найдем что-нибудь, что поднимет ей настроение? Или хотя бы придумаем, как ей помочь. Мы мигом вернемся, Акура. Я просто кое-что забыла. Знаете, я теперь даже я хочу услышать эту песню. Это где? Ох, ёлки. Это там. Но, пожалуй, туда только полетом. Долетим. Вот это удобно.
стоп, 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 стоп. Я забываю, что тут, чтобы приземлиться, надо просто бабахнуться в землю. Шалдорай выстоит. Понятно, что участники драконьей экспедиции должны быть готовы к опасностям дикой природы, но отбиваться от элементалей на наших раскопках среди руин... Ага. Хранилище жизни полный переполох, из земли поднимается каменное чудовище. Мы вызвали специалиста по стихиям, но кажется, ей тоже одной не справится. Звезды укажут тебе путь. Почему я пытаюсь вот чуть, еще чуть-чуть и вернуться к сюжетке, я натыкаюсь на кучу допников, кучу дополнительных заданий, которые настолько сильно растягиваются. Так, где? Кишки. О нет, моя лощина, мои лягушки. Утешить Икора придется позже, Алорна. Сейчас у нас очень серьезная проблема. А что не так-то? А что не так? Я бы рада утешить Икору. Да некогда. Сначала нужно помочь несчастным лягушкам. Для красных драконов забота о жизни всегда на первом месте. А что случилось там? Как меня бесят эти рогоплавы. А, рогоплавы, это вот эти большие лягухи, но я думала, она и о них и говорит. Нет? Здоровенные жадины и хулиганы, вот они кто. Нельзя же хватать мелких зверюшек и есть всех подряд. Только потому, что в лощину в честь них назвали. Возьми мою банку со светлячками, лучший друг любителей лягушек. Она их успокоит. Тогда ты и соберешь, и отнесешь куда-нибудь подальше от рогоплавов. А если они решат броситься и на тебя, не стесняйся оплатить им той же монетой. А как же мир во всем мире? Лягушка, стой! Тише. Тише. Лягушки, отдыхаем, успокаиваемся. Ароматические вечерние ванны со светлячками. Кстати, неплохая идея, конечно, была бы. Так, сейчас какая-нибудь лягушка обязательно на меня бы нападет, нет? Нет? Ты кто? Саламантера? С вами передача «В мире животных». Я говорю, у столько новых существ. Так, нельзя? Если так? Лягушка прикольная. Хочу лягушку. Впервые хочу боевого питомца лягушку. Так, сколько еще надо лягушек? Еще две. Там эти рогоплавы бегают. Хватит. Не дам, моя лягушка. Так, и вот здесь еще дубль. Тихо. Идите, прыгайте отсюда. Все? Нет, не все. Кто-то увез у меня лягушку из-под носа все-таки. Ладно. А, вон лягушка. О, какая пятнистая! Красивая лягушка-то была. Так, едем сдавать задание. Очень интересно. Злые прыгают. Уф, ну вот, все лягушки в переноске. Все лягушки в сборе, наверное, придется все равно нести их Акуре. У омута в жизни им ничто не грозит. Рано или поздно рогоплавам надоест гоняться за лягушками, и они про них забудут. Мы так и не нашли ничего, что развеселило бы Акуру. Надеюсь, она поймет. Я пойду вперед и все расскажу о Коре. Встретимся у умотов жизни. А я своим ходом доеду. Я после первого стрима поняла, что парение нужно экономить. Его просто так использовать нельзя.
Я же правильно еду? Что у меня тут с репутацией? Второй уровень. Клыкары. А, клыкары-то тут. Да, они же отсюда, похоже. Кто-то где-то кричит. Ой! Я уже надеялась увидеть прекрасный подводный мир. Так, ну надо же завершить это хотя бы задание с лягушками. О, Хайлорна, сюда лягушки чуть-чуть испугались, но все будет хорошо. Сейчас бац, мы выпустим лягушек. Что ты так пугаешь? И скелет запоет. Ох, какое облегчение, извини, что мы так увлеклись с этими лягушками. Все хорошо, жизнь превыше всего. Постой, ты это слышишь? Ой, это создание, которому мы помогли. Будто песню поют, да? Значит, легенда оказалась правдой? Мы обе все-таки умеем заботиться о жизни. Дух дракона должен быть доволен нашей работой. Природа точно довольна, а это самое главное. Покажись, призрак, пожалуйста. Я надеялась увидеть некого духа. Нет? Не дано? А я надеялась. Нет? Ну ладно. Не сегодня мне видеть призрака дракона. Хотя очень интересно, когда в сюжете есть скелет какого-то гигантского существа, и по мере выполнения появляется его либо дух, либо призрак, либо образ из прошлого. И ты видишь, как этот скелет выглядел в реальности. Ну, когда был жив. Так, что у нас дальше здесь? Курьер. И активируйте таинственный символ. Вот это сделаем. Отвези меня, пожалуйста, наверх. Я пока полетаю тут немножечко, молясь. Ой, красивыми видами хоть смогу насладиться. Вот вы где! Стоять! А, это куда? Непоседливый ребенок. Да стойте, вы же такие прикольные. Я вас обгоню. Да. Такие чубзики маленькие. Так, все, мне главное не упасть. Такие классные. Прикольные. А, точно, у меня же есть питомец. У меня тут еще модельки какие-то появляются. Точнее, их тупо нет. А, их нет, наверное, потому что... Да, потому что я в виде дракона. А если я сделаю с человеком? Что мне дали вообще? Ничего? Или что-то все-таки мне дали? Пояс? Сапоги? Ой, зеленые есть. Что-то потихонечку дают? Откуда у меня такие красивые вещи? Я не помню. Вот это да. Не, вот это я уже помню. А вот это вот я не особо помню. Ладно. Интересно. Так, ну, мне в облике дракона привычнее. Так. Куда? Вначале сюда. Вот. Курьером. Задание выполним. О, превосходно. Как раз собирался забрать это у Гефест. Спасибо, Элорна. Не окажешь услугу? Я хочу что-нибудь подарить своему другу Мигелю. У него скоро день рождения, а я так занят, что никак не могу что-то подготовить. Поможешь сделать ему подарок высокого качества? Узнайте у Томаса о качестве изделий. Что значит высокого качества?
Ресурсы для ремесла бывают разного качества. Тебе наверняка уже такое встречалось. Из одного вида трав или руды могут получиться обычные или превосходные изделия. Нет, я этого не знаю. Качество ресурсов зависит от твоих навыков сбора. Чем лучше навык, тем чаще ты будешь находить реагенты более высокого качества. С материалами высокого качества результаты выходят отличные, поэтому прошу тебя, возьми для подарка Мигелю только самое лучшее. Что-нибудь необычное. Но остановимся на чем-то возможном, если у меня одна идея. Есть у меня одна идея. Недалеко отсюда у лощины рогоплавов обитают элементали. Поговаривают, если добавить их толченую сердцевину в эль, напиток сразу приобретает особый острый вкус. Сможешь раздобыть мне этих сердцевин? Вот эта идея подарка, конечно, интересная, интересная. Так. Ладно, давайте мы найдем капсулу времени. Я так понимаю, она же где-то тут? Нет? Да. Где она? Вот она. Активируйте таинственный символ. Так. Как жаль, что Вертис Тест нам не поможет. Он вырос здесь. Только представь, чему он мог бы нас научить. А, вот он. Все, я не то читаю. Капсула времени. Все? А что там? А что в капсуле-то? И как мне... А, вот. Урластрас, транспорт здешний. То есть, если мы спускаемся вниз, мы поднимаемся потом наверх. Благодаря этому дракону. Ты слепой? Он слепой на оба глаза. Но, тем не менее, я вижу, глаза ему не особо-то и нужны. Спасибо. Довезли маленького дракона. Вот, воспоминания. Бабах. Меня вот каждый раз вздрагиваюсь, когда все вот так вот бабахают. Я чувствую странное воодушевление. Хочу взглянуть на то, что лежит в капсуле времени. Такое непривычное чувство. Спасибо, дитя. Теперь мне нужно о многом подумать. Оказывается, вот что я положил в капсулу времени. Но думаю, что мне это уже не нужно. Может, пригодится тебе? Обновленный шипами? Это я по кусочкам дракона, что ли, собираю? Или как? Я так давно ее здесь оставила, что почти не помню, что внутри. Ну, тебе уже столько ты... засушенный лист. Думаю, тогда я посчитала это очень важным. О, а это я помню. Это старое сосредоточие для ухода за яйцами. Как только много всего. Силы у меня уже не те, раз за все не переберу. Займусь этим позже. Хм, похоже, я оставил письмо. Имя дракоши. Во имя Титана. Я с трудом узнаю как того дракона, который это написал. Когда я уходил, то был полон надежд. Был уверен, что мы можем что-то изменить. Все бы отдал, чтобы снова почувствовать хотя бы толику того, что ощущал тогда. Спасибо, дитя. Мне теперь есть над чем подумать. Это кто тут? Кандастрас летает. Человечек. Так, теперь надо поговорить с тобой. Расскажи о полетах на драконах. Здравствуй. О. Как здорово, что ты увидишь эти чудесные острова. Нашим драконам не терпится вновь подняться в небо. И им не помешает еще одна пара зорких глаз. Вот зачем нужна езда на драконах. Сначала
Ты научишься парить на драконе и перемещаться среди пиков. Начнем с небольшой серии уроков. Так это учитель Селорму. Какие сегодня виды? Давай начнем, не волнуйся, к сложным трюкам перейдем после. Обновленный протодракон. А я синенького хочу. Так, куда? Что? Это транспорт? Увидимся наверху. Я забыла, кстати, еще свитки все использовать. Ну ладно. Как это все работает? Ладно. Я так понимаю, синенький создается или будет чуть попозже? Начнем с основ. Если направишься по прямой, то далеко не улетишь. Используй силу притяжения и лети с небольшим наклоном вниз, чтобы дольше оставаться в воздухе. Кольца подскажут тебе, под каким углом совершать простые маневры. Сначала призови своего дракона, затем пролети через кольца и приземлись в указанной точке. Если застрянешь, используй бронзовые часы, и Селорму отправит тебя к старту. Ясно. Призови своего дракона, а затем сорвись с обрыва, двигаясь вперед. Так ты сможешь долететь до цели. Ну что ж, не зря я когда-то училась летать на Грифоне в Ark Survival Evolved. Что? Что за панель? Можно добавить обычные способности на панели умений полетов на драконах, чтобы быстрее спешиться перед боем. Ох ты ж. Ой, какой ты медленный. Так. Так, а далее куда-то? Постой, ты же был только что там. Отлично. Дракон времени, понятно. Все с ним ясно. Планируя в воздухе, ты рано или поздно доберешься до цели. Но что если ты спешишь? Начни полет с возвышенности и спикируй вниз, чтобы набрать скорость. Пролети через кольца к отмеченной точке. Если застрянешь, бла-бла-бла. Да, давай попробуем. Увидимся. Склонившись к земле, дракон набирает скорость. Пикируй для ускорения, а затем выравнивай курс, чтобы добраться до цели. Эх. Я все пролетела? Нет? Я пропустила. Я все-таки их не насквозь пролетела. Вот, уже лучше. Если будешь пикировать в начале полета, то гораздо быстрее доберешься до цели. Ох, ты ж какой ты красивый рычиш. Как быть, если перед тобой препятствие? Если все сделаешь правильно, то сможешь спикировать вниз, а потом снова набрать высоту за счет скорости. Но так, на этот раз после пикирования ты окажешься ниже места посадки. Используй инерцию, чтобы в конце маршрута взлететь и приземлиться где нужно. Ну и тут как... Да, это я должна уметь. Также с помощью пикирования можно разогнаться и преодолеть высокую преграду. Поднимись, набрав скорость, чтобы достичь цели. Угу. Постараюсь. Это все? Молодец, остальное придет с практикой. Телепорту. Небо зовет. Теперь ты знаешь основу полетов на драконе. У тебя неплохо получается. Я хочу представить тебе пару товарищей. Мы обосновались в Поднебесной обсерватории. Селорм покажет тебе дорогу. Поговори с ним, когда будешь готова к полету. Увидимся там. Я
ясного неба и крепкого ветра. Я готова. У тебя великое будущее. Нехорошо подсматривать чужое будущее без разрешения вообще-то. Позволь, я освещу путь к Поднебесной обсерватории. А еще дам тебе небольшой совет. Он может тебе и пригодиться. Когда ты пикируешь, то набираешь скорость, а когда пролетаешь через зеленые сферы, восстанавливаешь бодрость. Чтобы взлететь несколько раз, тебе понадобится умение взлет вверх. Я хочу опробовать маршрут до Поднебесной обсерватории. Приходи в Поднебесную обсерваторию, и я познакомлю тебя с остальными. Они расскажут тебе о других замечательных приходах на драконе. Это было круто, ладно. Это было очень круто. И музыка такая еще. Наверное, мне так не терпелось тебя всему научить, что я слишком разогнался. Прошу прощения. У террас вид неказистый, потому что на них недавно уже никто не живет. Давно. Но мы снова здесь все обустроим. Пошли знакомиться с остальными. Так, а музыку потише можно? Ясного неба и крепкого. Так, секундочку. Музыку немножечко потише надо сделать, мне кажется, громковато. Так, драконов, как и смертных, очень волнует их внешность. Совместные путешествия и приключения изменят твоего дракона. Поговори с Гленсерой у постамента трансформации и убедись сама. Кстати, шифр постамента, виды. Гленсера следит за постаментом трансформации. Узнай у нее, как твой дракон может принимать новые облики. О! Пойдем. Это то, что мне нужно. Это мне очень-очень надо. Кто там? О, ух ты! Это и есть то, что я сейчас собираю? Синий, зеленый. А то я вижу у всех такой синий. Кастомизация дракона! Полное превращение. Так, это источник хранилища воплощения. Я так понимаю, это будет в конце, после достижения всего. Цвет кожи. Награда за репутацию. Источник известности у клыкаров. Известность у союзов... Ага. И известность у кентавров. Вот. Почему я вижу только красных здесь? Потому что они еще не заработали нужного уровня. Тип чешуи. Хочу тяжелый. Источник подземелья. Узор. Хищник. Профессия. Известность у драконьей экспедиции и подземья. А что за профессия? Какая профессия нужна? Вид рогов. А можно мне вот черного вот такого вот? Че, и что-то еще? Хвост? Хвост. Иглы, колючки. Венгерскую хвосторогу мне на стол. Шея гладкая. Что это? Гладкая. Иглы, перепонки. Задание. Цвет брони. Ой, даже седло. Репутация. Профессия. Какая профессия для этого нужна? Известность у союза. Достижение профессии.
Голова? Голова! Нос! О боже мой, спасибо этому человеку, что сидит рядом со мной, что он мне подарил такой замечательный подарок на Новый год. Репутация, репутация, шерсть. Фу, известность, гонки. Офигеть, цвет шерсти. Мне не нужен цвет шерсти. Зрение. Оба глаза. Оба глаза. Цвет глаз. Желтый так и оставим. Вид глаз. Можно поближе голову, пожалуйста? Сияние. Кресты. Сияние. О, боже мой! О, боже мой! О, боже мой! Как это классно! Принять. Да ладно, кастомизация своего собственного дракона. О, боже мой! О! Драконьи символы, постамент поднебесный, что? Ниже указаны драконьи символы на берегах пробуждения. Что? Что-то нужно собирать? В воздухе? Ой, простите, я должна была с вами вначале поговорить. Очень приятно. Так, ну я все, я поговорила. Все, я все. Да, у меня уже все получилось. Спасибо большое. Мне нравится, что когда я его призываю дракона, он прилетает откуда-то. Что нужно? Постамент трансформации. Все, я сделала, как всегда, все раньше, чем нужно. Вот, он откуда-то прилетает. Это шикарно! Ой, просто не могу. Так, исследуя драконьи острова, ты откроешь множество разнообразных и уникальных обликов для своего дракона. Тогда вы оба сможете путешествовать и выглядеть при этом неотразимо, как и положено исследователям неизведанных земель. На новых знакомых надо уметь произвести впечатление. Ясного неба и крепкого ветра. Что мне дали? А, это эти? Это новые, что это? Персонализация! Конечно, приключения это не только про нас, Гленсер и Литрогоси, тоже не терпится помочь тебе попрактиковаться в упражнении, в управлении драконом, а Силорму ты уже знаешь. Что ж, отлично. На драконьих островах ты будешь находить символы, которые позволят тебе осваивать трюки и способности. Один находится прямо здесь, в Поднебесной обсерватории. Когда доберешься до него... Литрогоса, а я уже им воспользовалась. Ты уже знаешь. Он наш эксперт по планированию. Но здесь тебе расскажут о других навыках твоего дракона. Найди Литрогосу и попроси у нее совет. Вечно я все делаю раньше времени. Мы не повторим прошлое. Мы слишком долго. Так, о чем поговорить? Разобщены. О, ё-моё, книга навыков полета дракона. Открывай новые умения, выполняя задания компании на драконьих островах. Ищи драконьи символы и пролетай сквозь них, чтобы заработать новые очки умений. Окей. Окей. Выучите навык полет. Полет. Ладно. Раз так надо. Все. Поговорите пусть с Силором. Мудрость не оставит тебя. А где способности моего дракона-то? Ну ладно. Что это? Рывок вперед. Взлет вверх. А полет-то где?
Непонятно немножко, ладно. Чё ж так кричишь-то? Не пугай. А, тур по пирогам пробуждения. Ладно. Так, что самое приятное в полетах на драконах? Конечно же, гонки. Мои бронзовые коллеги нанесли на карту все гоночные маршруты островов. Этот удивительно разнообразный ландшафт просто создан, чтобы следовать его на максимальной скорости. Если окажешься рядом с местом проведения на берегах пробуждения, обязательно поучаствуй. Пройди все маршруты на берегах пробуждения. Ай, вот это как так, уф. Италданши, я тебя правильно услышала, да? Драконий символ. Так. Дайте мне завершить драконий символ, пожалуйста. Что? Мне только что... Стоп! Мне только что он сказал, что рядом есть драконий символ? Надо будет осваиваться. Как видишь, здесь собрались драконы из разных родов, чтобы помочь собратьям и тебе. Мы все готовы к новым приключениям. Конечно, мы не убедили черных драконов присоединиться к нам. Вернее сказать, ни одного не нашли. Но когда-нибудь и они могут вернуться. Увидимся наверху. Это лишь начало твоих путешествий с драконом. На драконьих островах приключения и возможности поджидают повсюду. Не забывай навещать нас на заставах. А пока возвращайся к Алекстразе и продолжай исследовать новые земли. Храбро ли? У нас есть станции по всем драконьим островам. Пока ты исследуешь новые земли, мы будем помогать с полетами на драконах. До встречи и удачных открытий. Ладно. Спасибо. Ух, ребята, очень классная система видоизменения дракона, полетов на драконов, и вообще я в шоке. Это такое вау, это, наверное, будет первое дополнение, которое я буду проходить от и до, не отвлекаясь вообще на других персонажей. Вот вообще не отвлекаясь. Так, а зачем ты меня сюда поднял? Мол, сам лети. Ну ладно. Что это? Что это? Пробуждающийся воздух? Ничего не поняла, но ладно. Это очень классно. Так, это что, взлет вверх и рывок вперед. Надо долго будет летать тут учиться. Так, куда мне? Да, вернее, к кому? А, пожалуй, пока что не к кому. К королеве. Что тебе нужно? Еще раз здравствуй, нам предстоит много работы, но знаешь, что товарищи не оставят тебя в полете. О! Так, ребята, я предлагаю пока что оставить прохождение на этом месте и продолжить с этого землетрясения, с этой трясучки, которая сейчас подошла, на следующем стриме. И я просто в восторге от того, что все, что тут происходит, я надеюсь, вам тоже нравится, и нравится все это смотреть. Ну а на этом все. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренироваться на своих драконах, зарабатывать золото и чинить доспехи. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи на следующем стриме. Пока.